Дорогие дамы и господа, я хотел бы с нашего стенда Garden Market провести вам экскурсию. Я обещал вам несколько прямых включений. И вот сейчас вы на стенде Garden Market. Я прошу вас пройти и посмотреть, какие у нас прекрасные красивые девушки и какой у нас прекрасный красивый стенд. Я вас увлекаю в бизнес-зал аэропорта под названием Garden Market. На стенде Garden Market мы сегодня предлагаем с нами пообщаться мандарины, круассаны, чай и кофе. И, конечно, если кому-то очень нужно, то немного горячительного. Сегодня мы находимся в бизнес-зале аэропорта под названием Garden Market. И я предлагаю вам вместе со мной лететь дальше. Здесь вы видите продукцию как раз всех наших питомников. Лисиные кустарники, цитри, сирень, спирейки, барбарисы, туи, это из питомника туи Ирины Любченко, садовый бонсай, прекрасный из сливолистного боярышника, и, конечно же, колючие голубые ели и сортовые хвойные, это из питомника ярус. Непосредственно так выглядит наш стенд, так мы сегодня трудимся. Я всех-всех-всех говорю о том, что надо участвовать в различных мероприятиях. Вот сегодня мы находимся в Вашутино на выставке кооперации питомников, за что Глебу и питомнику Вашутино огромное спасибо, что они такое мероприятие сделали. Вот. Ну и, собственно говоря, чтобы была возможность всех со всеми встретиться, я приглашаю, конечно же, на конгресс питомниководов России. Вместе будем учиться, вместе будем строить нашу новую зеленую отрасль.